Машина бронированная. Слышь. Она без ствола, блин, надо было стрелять. Черт. Черт, я Есть еще вариант. Да не-не-не-не-не-не, смысл, что в жопу ему стрелять? Ну. Оу! Че, нормально? Живой? Живой. Не понял, откуда. Да вот, блин, справа. Ах, тут-то парень. Это ты? Да. Твою мать. Ёб твою. Ты чё? Живой? Ты живой? Да. Есть чем отличиться? Нет, не даю. Блять. Сейчас. Я же его убил, он прям перед тобой был. Да я понял. О, у нее MX на 6,5. А супрессор SOS Marksman Rifle. Я ее возьму. Night Vision. Гилка у него. Так. Рис шикарно сработал. Как сервак называется? First Aid Kit один есть у меня. Сейчас. Так, я раненый тоже. Тебе надо? Ты совсем дохлый? У тебя да есть нормально. Да есть, но не дает. А, у меня нет. Блять, ладно. Так, сервак ты называешь? Да блин, тебе же сказали, там смотри, сектор контрол, поставь там... Крым. Крымский сервак какой-то. Ну чё, я бежать что ли не могу? Чё, всё совсем плохо. Вообще бежать не могу. Так, стой здесь. Я тебя того проверю, тут не пропал, интересно. Сейчас я... Вот здесь рис. Тут постараюсь. Какая тим? Блюфор. Синяя блюфор. Rush Connected видим. Там отряд наш. Через скролл менюшечку нажми. 13, спасибо. Че он на 6,5, блядь, поставил? Глубанную максимум. Нету трупа, блин, первого дела. Ну, по-моему, не там тут. А, нет. Это где-то рядом со мной. Твою мать, нету этого бассанца уже. Ой, в принципе, нормально. Рассказывали, как в сектор контроля можно быстро зарабатывать. Убивать людей. Не, на любую крайнюю точку пролетаешь, за камушком ложишься, и за нахождение во вражеской территории ты получаешь бабки. Ну, мы действуем не так. Так, Рис, ну что будем делать? Надо как-то потихоньку двигать. Состояние. Ну так и свет. Вообще. Какое вступление интересное. Ладно, сейчас туда чуть левее куда. Я тебе сказал, блядь, тебе надо. Нет, говорит, не надо, ёб твою, блядь. Чего, ферсы? Да я тебе сказал, да. Блять, он же у меня был. Ёб твою мать, а как он с него стрелял-то, блядь? Здесь нихера не видно, блядь, дебильный прицел. Ёб твой идиот, блядь. Сейчас ладно. Машина, квадрик. Контакт. Ист. Блять. Понял. Надо брать его, блядь, брать. Еще один едет по дороге. Слышь. А нет, вертуха, блять, твою мать, сука, ублюдок. Причем не наш. Да, он высадился, этот мудила высадился, блять. Как я там Терева, блять, буду искать? Вон он, вижу. Блядь. О, мать твою, ну и что мне делать? Сейчас
Чё дорог? С таким прицелом, блядь. Вот я мудак-то редкостный, все Руси, блядь. Где он бегает? А, да через дорогу. Ну, вон я квадрик, через дорогу. Смотри, 50 азимут. Вон квадрик встал. Так, справа. Я с вами. Азимут 50, смотри, справа от дороги встал. Сука. Так, группа, да? Да, как main, 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 а, меню, ну смотри. Вижу. Join. 13-13-13. 3, join group. Отлично, раз, да. Так, где вы? 3, join group. Где вы? Ты понял, где, да, он? Да, вижу. А, я вас не вижу. Чего, мать? Машина, машина, а, машина. Вы фиолетовый тык? Фиолетовый тык? Перезаряд. Ааа, релоудинг. Ушел, ушел. Как вы на карте отображаете? Ну, синенькие, мы с тобой должны, мы у тебя быть синенькими, а, точечками. Такие. Но фиолетовый это рис, он раненый. Блин, твоя мать. Нормально, блин. Я тут тачку угнал, к вам еду. Он труп валяет, сколько. Стой, 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 зачекаю, стой. Налево смотри, машина ушла. Сейчас. Да, я понял. Ух ты, ё-моё, я сломал машину. Блядь, здесь титан миссил столько, ёб твою мать. Этих мудаков ни у кого нету. План, давай к этому. Квадрик попробуй. Как у нас там мусор? Давай тебя прикрываем. Ух ты, полевой ремонт есть, оказывается, еще. Сейчас. Чего? Да нет. Похоронил его? Шикарно. Three, form on me. Давай, бро, двигаемся. Идем, идем. Так. Little motherfucker. Reloading. Может быть ты C плюс V зажал? Да не. Точно? Да, да. Видишь, я даже стою. Вообще ничего. Это тресть. Сейчас я чекну, короче, давай квадрик, потихоньку поднимайся. Давай, давай. Чай передает. Thank you.
было интересно. Field repairs сейчас. Может быть, получится у нас. Так, а у нас все вроде сейчас. Опа. Missiles. Так, ну вроде все. Это, походу, дел тот срейд, которого мы не... Так, ладно, хрен с ним. Давай садимся. Чувак, блин, уматываем нахрен отсюда. Нам нужно на базу. Там отхиляться же вроде тоже можно. Ну, купить first aid или кого. Да, поехали. Давай сейчас, короче, регрупп на базу. Давай, 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 давай. Рис, садись, садись. Чё-то не могу. Ну давай, да ладно, блин, ну не тупи, там же все есть, бэк. А, вот все. Давай. Так, куда ехать? Направляй меня. Прям ехать. А чё тебе направо? Вон синие точки, чё-то. Там же хорошо. Уходим на регрупп нахрен. Снайпер тим разведала всю обстановку. Ну, конечно, не совсем туда, хорошо. Ну, ехать. Чуть левее потом от него возьмешь. А погоди. А, ну ехай, не строго. Ехай, вау, это кстати. Ист. Вот где точку видишь, там 1500. Да погоди, вот там сейчас как бы прям пешком как-то. О, улище. Хороший прыжок. Надо идти по лесу. Я очень боюсь. Да, ну давай. Потому что я могу куда-нибудь стемпнуться. О, сзади нас тачка. А, это Rush. Да ладно. Что, сзади нас Rush едет прям? Ага. Зачем сзади нас едет? Ну, регрупп, наверное. А, ну отлично. Сейчас мы какой-нибудь. Сейчас шмоточек купим. Быстро перекур на базе. Да, да, согласен. Оу, чё? Оу, все живы. Нормально, все, чё. Не знаю, что себе засовывать за стол. Где-то лучше стоит. А? Не знаю, что за ствол себе купить. Любой. Да может это оставить. Как бы, если такая ситуация будет, как бы, вблизи. Вариант будет. Пулемет с гандоном и РЦОшком. Хочу теплак. Вот теплак у меня уже есть. Печенье. Печенька и вафли. Офигенек. Алло. Да. Что вам угодно, сударь? Ура! Ура! Поздравляю вас, капрал. Рис. Enemy spotted. Rifleman. 300 meters due east. Мужики, вылечите кто-нибудь. Так. У нас кто-то здесь рядом сидит с кучей. Прямо с этой. В смысле? Ну... Ложись, короче, за этими хуёвыми. Ладно, давай на перекур. Опа, пока. Что это? Сейчас, все, давай это курить. Ну, вообще, он может взлететь даже, я думаю. Полноценно, думаешь? Хрен его знает. Не полноценно, но...
Он весь зеленый. В принципе, по-хорошему могу попробовать отсюда. Нет, я не смогу отсюда. Ну что такое? Он бьется лопастями обо все подряд. Ух, там наши работы. Ну давайте на встречу приду. Чтобы там тебя не гохнули, блин. Да и тут горочка, тут нормально проблема, что ли. Ладно, тебя в принципе 500 метров осталось. Так, вижу одного. Где? 400 поднимается. Он вышел. Упал. Тачдаун, второй идет. Прокосил, ушел, сука, за камень. О, да, детка, вот это мне уже нравится. Это было, блядь, его ошибка, что он там засел. Хотели сделать. Маленькие обоссанцы. Я кого-то убил. Опять. Случайно. Попробую технику снять. Я грохнул квадрик и кого-то убил. Пойду попробую технику снять. Так, Крис, двигаюсь к тебе. На вест. О, прям отсюда. Free! Fall back! Надо. Стрелялся. Хантер 9, у вас кирит был. Это с чего такого шмякнул? Шмякнул. Тут еще кто-то должен быть, ну что-то еще будет. Ага, вижу тех. Не могу замучить. Не вижу чушку. А, задавился мне типа. На, получите. Ты прям в сейф зону. Ага, вижу тебя, вон ты там. Так, окей. Как лочить этим? Поспаси что-нибудь полегче. Сейчас я вам где-нибудь здесь завалюсь. Плохо здесь завалился. Блять, нету травы, сука, выбешивает. Пиздец. А как он по-английски то это лочит? Старт. Так, вижу наводчика, блять, километр. Слышу. Упал. Это не наводчик был.
раз с трубой. Айгаром. А при смерти сколько бабок теряет? Он вниз. $400, по-моему. Вниз покатился. Так, Трис, ты меня видишь? На минке. А, наши взяли, короче, они их долбят туда, блядь. Те где-то вот там засели. Так. Таргет на квадрике. Короче, у меня тут пусто слева. Блин, обалденный мод. Последний раз, когда на нем играл, он был жутко несбалансированный. Последний раз ты на нем играл на старющем компе. Нет, я имею в виду, в последний раз я на нем играл, когда еще, наверное, была альфа. А еще что-то копрятненько, цивильненько. Тачдаун. Так, пусть кинь. Нас с тобой разделяет, мы друг 700 метров, как я понял. Угу. Так, парашютиста вижу, не понял. Ох, мать его, что они делают? Что это так работает-то, блядь? Да патрон не жалеет. Ага, не говори тут, блядь, просто пиздец. Ну-ка дай-ка, для разнообразия. Выходи, на это лежит. Красиво его, черт побери. Ой-ой-ой, вон она пошла. Звездные войны. Че, куда он там долбит, блядь? Не знаю, он по мне много раз попадал, между прочим. Ах ты, ёптвое. Он, кажется, меня избил, мне так кажется. Так, у меня где-то труба. Так, вижу две цели. Так, я не понимаю, это просто отдельный, это просто парашют ко мне приближается. Я вот тоже смотрел и я понять вот, не могу. Я не понял, там вроде просто парашют. Там, по-моему, наш летел, его убили. Так, один поднимается. Вот ты, голубчик. О. Оп-оп-оп-оп. С чего он шмаляет, я понять не могу. С зенитки, что ли? А с чего, со строя? Ой, ёптвое. Так, ну тебе, конечно, хорошо. Я не понял. Он живой? Нет, вроде его там накрывает. Free! Fall back! Ты рядом? Конечно. Тоже еще может быть. Ну не знаю. Всякие разные есть. Мы тогда тоже в кустах лежали, думали, что. Я, блядь, я обосрался. Он внизу куста бежит. Где? Ну, прям под нами? 400. О, на этом видит. Ну где, где, где азимут какой? Ладно. Вижу трассеры.
два квадрика. Заныкался где-то. Не-не-не. Двигается. Да. Под нами 200 метров. Нет. Есть. Не под нами. Счет. На счет. Отлично. Видишь, сука, к нашему спавну хотел подойти. Километры там тут лежит, но вон они 600 метров. Километры. Так, сейчас наверх. Ага, вижу еще одного. А, испугался? Да. Смотри, за. Гля. За спиной мужик. Ползет, сука. Это что такое-то? Ах ты, господи Иисусе, это херово. Я вас пропалил, блядь, конкретно. О, Рис, ты кого-то опять за... О! Ух ты, да там целая сладкая компашка идет. У нас замок отбирают. А, вон они, да. 900 метров. А, передает. Free! Return to formation! Блять, бегут. По ним стреляют. Замок не наш. Рис, погоди, не стреляй. Все. Харе. Блять, у нас этих-то нет. Сейчас нам придут. Фак! Пошли. Валим отсюда. Давай. Живой. Да. Реализация. Давай сюда. Да и нормально, у меня сейчас за камушком. Блять, как в воду смотрел, это пиздец. Хорошо, перед нами где-то, либо сзади взорвалось, блядь. Сзади. Блядь, бетонка это, блядь, была. Free! Rally up! Окей, давай двигаемся. Меняем позицию. Двоих возьму подряд. Вот как удобно, вертолет-то я приземлил. Ты там все вертолет свой дефишь? Да я все сижу и... А знаешь, он так в креп... Он, знаешь, вот зубья крепости, да? У меня пулемет прям между ними. На вражескую сторону смотрит. Пиздец, блядь. А другой на защиту внутреннего двора замка с одним подъемом. Где? Вы там, на той же карте, где играли, да? Нет, это наша вертушка летает. Сейчас отдохнем. Хорошо, zero, ой, меня убили. 5, 2, 1, 2, waiting. 3, 4 on me. Ну как же лошадь? Давай, Рис, давай обогнем этот холм, слышишь? Сейчас, подожди. Опа, гондон где-то, слышал? Нет. С
справа был гондон. Но далековато. Так, есть один. Опа, по нам садят. Есть, я понял, где он сидит. Так, вот он, вижу его. Лежит на камнях. Вон, 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 по нам стреляет. Азимут 300 ровно. Вон, 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 сейчас. Да-да-да, это он. Сколько было? Далеко, 838 метров. Так, я, в принципе, смогу его взять. Я не знаю, надо попробовать. Пробуй. Ага, гандом, слушай, справа, да. Готов. Готов. I got him. Вроде слева. Не-не-не. На 300 там в камнях лежал. Я его на сколько взял? Так. Что у нас там с замком? Так. Пройдемся. Так, дай-ка, может быть, отсюда удастся поработать по замку. Раш. А? Ну что у тебя там? Одеваюсь пока. Это хорошо. Думаю, как мне тебя так снарядить, чтобы не очень тяжело и очень легко. Я решил без шлема. Ну, давай. Сука. Не-не, хреново. Надо что-то делать, слышишь, Лиз? Надо куда-то отсюда двигаться. По-любому. Стиснуться-то, а? Там будет. Но если только, блин, в обход, это вообще нам все надо дриснуть. Так, походу, где-то здание идет. Какое? Вест. Ну, 340. 340? Да, он правее. Так, есть. У нас проблема, там десант. Где? Да, вон там у замка с правой стороны приземлился. Ладно, я тебя пока попробую, что не буду. Блин, херово, я сейчас на таком плато лежу, блядь. Я со всех сторон, блядь, открыт. Иди закрыть сюда. Да куста здесь как бы не поможет особо. Я не понимаю, что там, блядь, происходит. О, пушка. Ау. 500 метров. Сейчас я сниму походу. Ах ты, сволочь, путь. Ага, еще вижу. Там уже сделано. Free! Fall back! Блять. Не понял. Чтобы рядом лучше не находиться.
Он живой там или залег, блядь, или дохлый? Дохлый, блядь, был. Вот он, на тысячу. Так, твою мать, рядом с нами. 700 метров. Да-да-да-да-да, он. А, выше. Выше. Так, не понял, там какой-то, там только какая-то преграда или еще что-то. Вопрос, а без парашюта я смогу спарашютировать с вертолета? Возможно, залег, гандон. Ты прям в дерево садишь. Блять, перематывается, сучонок. Давай, Рис, бери его. Блять, он за деревом, сука. Чш-чш, хорош. Сейчас уйдет, уйдет. Блять. О, вышел, давай, вали туда, блять. Давай, давай, давай. Чуть выше, 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 выше еще. А, Jesus. Блять, херово, там деревья, блять. К нам. Стой, стой, хорош. Хорошо, завязывай, завязывай. Я тебе скалку в жопу сейчас засуну. Он ЛДшнулся. На 900. Хм. Да все, я его там вверх вниз погнал. Так, все, меняем, давай. Пошли, отходим отсюда, блин. Ты тут меня напулеметил. Да, вот этот наша. Мы туда же, блядь, передвинемся, где были мы. А, напомню быструю кнопку выпрыгнуть из техники. Е. Е. Ну. Стреляю, но патрона не видно. Чел какой-то пишет, H71. Блять, ты стреляешь невидимыми патронами, сынок. Стреляю, но патрона не видно. Куда ты там попасишь? Я думал, на пять не сидел. Где он? Вон, трассеров не видишь? Нет, трассеров не вижу. Туда забили его. Ману, видишь, лежит, ману. Ману, но. Он от него где, левее, он правее? Правее вроде бы, уже не помню. Тут с текстурным что ли проблема, что-то не помню. Нет, просто... Просто, блядь, там деревья, нахуй. Они тепла не дает, он, но, понимаешь? За камнем они полностью как бы сливаются. Эти такие типа, аля, блядь, прозрачненькие. Да продристал, дух. Все уже не знаю, что с ними делать. Егорка 78 из Losing Connection. О, я, оказывается, еще Егорку-то убил. Ты видал, да? Егорка, бедолага. Что-то все мы там что зажали? Пипец. Вокруг вас врагов много? Я могу к вам высадку осуществить? Никак нет. Чего? У нас нету врагов. Угу. Сегодня в окружении. Да? Кастл забирает, блядь, что-то как-то, блядь. Ладно, тогда я лечу к вам. Я буду выбрасываться над вами. Осторожней. В смысле выбрасываться? В прямом.
На, снова патроны. Кого-то там, ты где, откуда? Слева от тебя. Пипец, блядь. Какие любви этот прицел. Ага, вон еще вижу. 600 за кустом. Ага, еще где-то вижу 600 за кустом. У тебя трассеры, видать, закончили. Вижу, блядь, сандали же, блядь. Да мне не трассеры. О, видишь? О, блядь, видишь. Готов, блядь. Или это труп? Блядь, прям как на охоте, блядь. На зайцев причем. О, блядь, смотри, бегает. А? Сюда. Кто это я? Ты ж нашел место, кыш. Лераш, вези патроны там спаду. Угу. Нафиг я брал эту волну гром. Видите, раз убил, один засунул. Кстати, по улице вообще ни разу не умер. Угу. Значит, я 9 убил. Меня с тачкой грохнули. Я один раз на всех убил дядя Раш, блядь. Раш, вон там стоит, там вертушечки летают, сейчас они тебя там... Они к нам точно не пойдут. Чё ты там делаешь? Чё он там летает? Зачем ты надо летаешь? Раш, стой отсюда. Ща, подожди, я титан достану. Раш, стой отсюда. И тут все. Прибежал, я. Смотри, еще по вертухе откуда стреляют, блядь. Причем, слышите, это пули, блядь. Да. Да Раш, уйди отсюда, ты меня поднял. Смотрите, сейчас не двигайся. Да что ты меня поднял-то? Лечил я тебе. Да, что там? Как тебе посмотреть? Так, есть контакт. Вроде с горы никого нет. Так, спокойно. Человек убийца. Разлетался он тут, блять. Тебе не в редакторе, ёпт. Добили вертолет все-таки. Нет, он сам взорвался, скорее всего. Нет, его добили. Нет, был выстрел. Откуда прилетел-то? А там за гору. Оттуда с базы. Они прямо на базе стоят, стреляют, я так понял. Так, вот это вот что у нас такое? Камень. Раш, блять, мега-исследователь, ёпта. А где есть народ? Да че их на базе зажали? Ну, Траш тут всех налетал, блять. Горит-то как? Вообще нахер не остался. Раш, ты ж фанатеешь летать. Предложи на базе, бери вертолет, короче, высаживай людей, блядь, довози. Тут, блин, некоторые челы таким делом занимаются. Чисто фанаты, как бы. У меня не так много бабла, чтобы на вертолет отражаться сейчас. Ну ты можешь не привезти патроны. А? Патронов можешь чё не привезти. Кого? Патронов. Каких? Без да каких патронов первый раз? Зафир.
О. Вон, вон, вон стреляет вверх куда-то. Где? Кто там бегает, блядь? Пошли, короче, двинулись. Давайте на выстрел. Давай, все за тобой. Я как выглядит Рис? Круто? Да. Круче, круче тебя, блядь, только горы. Ну я в этом в Арафатке. Сзади парашют вообще. Как из деревни. Зато винтовка крутая. Блядь, это рогатка, что ли? Joined your channel. Вертуха. Машина. User left your наша. Channel. Что-то мне кажется. Он сейчас все испортит, блин. Маша, бля. Ты мужик зря это делаешь. Что это за мудак? Бля, бля, сейчас по дороге. Или встал. Так, контакт. Контакт. Сейчас, блять, он у нас. Сука, поросенок, блять. Нет, я не понимаю, там что-то есть. Что-то валяется. Где? Заяц убит или что? Да, я по зайцу стрелял. 440 метров. Азимут 300. 260. Поросенок вас валяется. Наверху. А, ну я там чушка убил. Ну так так бы говорил. Вижу. Чушка прикурить. Ну, сколько? 242? Да. Труп. 430 метров. Смотри, здание аккуратно, потому что так и есть. Крыски. Мышки. Сейчас эта мышка как нам задницу, блядь, надерёт. Вот фига себе, мой денег. Оу. Он недалеко уехал. Откуда, откуда его? Он сам себя убил. Я в домике. Посиди там. Сволки поиграй. Разведку проведем. А вот это вот кто на холме? А это куст. Да, что значит это кто на холме? Это куст, я же говорю. У нас очень большие проблемы. Там, блядь, штурмовой вертолет. У меня есть это, только я не знаю, как. Неправда, штурмовой, ё-моё. В дом. Блядь, пиздарики. Ну всё, пиздец. Стой, они там что-то тусили, короче. Я знал, как получить. Ой, он разворачивается. Я в домике. Разворачивается. А, блядь. О, да.
сваливать его. Ты нехер делать вообще. Давай, вали. Ой, блядь. Ой, пошел. Ой, пошел. Так, так, близкая ситуация. Кастл красный. Мать ваша. Ребятки, я вас поздравляю. Он сейчас разобьется. Ага, сейчас. Нет. Странно. Но футболка сухая, совсем не пахнет. Ой, блядь, трэш. Там еще одна какая-то вертуха стоит. В кастеле. Да, моя, наверное. Все еще. Наверное. Давай, разбейся, ну разбейся. Да. Я даже ПНВ сниму. Все, горит. Как я угадал, что он разобьется? Горит поросенок. Я упал. Кто-то бегает. Кто-то бегает. Вы что, поросенка сожгли?